Майская гроза. Синоптики предупреждают. Завтра в некоторых уголках страны небо забьет в барабаны, засверкают молнии, пройдут дожди. Реки это не спасает, уровень воды снижается. Речной транспорт стоит у причала даже на Березине. По предварительному прогнозу, на неделе летней погоды не предвидится. Зато заморозки канут в лету. И хотя активные циклоны далеко облаков, осадков будет много. Поэтому зонты лучше держать при себе. Изрядно потрепал нервы имущество град в Канзасе. После стихии люди вышли на улицы и принялись измерять диаметр льдин. Некоторые выдались по 5 сантиметров в окружности. Ролики с холодными шариками тут же заполонили соцсети. Австралия же, пережив одно ненастье, уже успела встретить другое. После песчаной бури континент накрыл шторм, каких не бывало в здешних широтах десятки лет. Без электричества осталось около 60 тысяч домов. Разрушены десятки сооружений, множество осталось без крыш, сметены сотни билбордов. Завтра в Бобруйске метеорологи обещают переменную облачность и дожди. Грозы постучатся и в наше окошко. Ветер северо-восточный умеренный, влажность будет колебаться от 60 до 90%. Ночью столбик термометра будет держаться на уровне 80 тепла. Днем воздух прогреется до 14-16 градусов. Кристина Риянс, Максим Галионко, Бобруйск 360.